С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 8 мая. Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Точнее, один день 8 мая, другой день 9 мая. Поэтому дни. Признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, Организация Объединенных Наций предложила всем государствам-членам отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца учрежден в день рождения Анри Дюнана, швейцарского общественного деятеля. Он появился на свет в 1828 году, в этот день. В середине 19 века по его инициативе впервые создаются группы добровольцев, которые оказывают помощь раненым на полях сражений. А в 1863 по его же инициативе была создана конференция, которая положила начало Международному комитету Красного Креста. Сегодня день работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, а также день оперативного работника уголовно-исполнительной системы России. История создания этой структуры начинается с 1925 года, когда секретному отделу Объединенного государственного политического управления была поручена секретная оперативная работа в политических изоляторах. Официальным днем создания оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы считается 8 мая 1935 года. У родившихся в этот день 1876 год в этот мир приходит Николай Бурденко, нейрохирург. Он одним из первых ввел в клиническую практику хирургию нервной системы, изучил методы лечения шока. Он смог создать оригинальную школу хирургов. Все это приводит к новым работам в области онкологии, центральной и вегетативной нервной системы, мозгового кровообращения и других. Практически Бурденко стал одним из создателей и организаторов вообще советского здравоохранения. Особым вниманием отмечал организацию военно-медицинского дела. Бурденко награжден 3 орденами Ленина, другими орденами и медалями. Гарри С. Трумэн родился в 1884 году, 33-й президент США. Кстати, мало кто знает, что Трумэн использовал в середине вот тот самый инициал «С», поскольку семейство не могло прийти к согласию о том, должно ли его среднее имя быть «Сип» или «Соломон». Просто «С». 1903 год. День рождения Фернанделя. Фернана Жозефа Дезири Контандена, французского комедийного актера. Его даже удостоил аудиенции Папа Римский. Актер всех пленил своим удивительным лицом. После неподвижности физиономия вдруг расплывается в улыбке на половину экрана. Но внезапный испуг возвращает ее в состояние комического оцепенения, как говорили тогда. Артист не очень любил Париж, но скончался именно в столичной квартире на бульваре Фош. Юрий Мамин, советский российский режиссер театра и кино, родился в 1946 году. Сценарист еще и актер, а также композитор и даже телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Его работы вам известны: «Праздник Нептуна», «Фонтан», «Окно в Париж». В 1961 году родился Владимир Шевельков, советский и российский актер театра и кино. Известный нам по работам в фильмах «Приключения принца Флоризеля», «Европейская история», «Гардемарины вперед», «Сердца трех». 1962 год. День рождения Валерия Тодоровского, российского кинорежиссера, сценариста и продюсера. Впрочем, в интернете можно найти и другую дату его появления на свет. В 1975 году родился Энрике Иглесиас, испанский певец, сын другого певца Хулио Иглесиаса. А в 1981 году родился Потап, украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист и телеведущий. Некоторые события этого дня. 1429 год. Французское войско под предводительством Жанны д'Арк снимает английскую осаду с Орлеана, второго по значению города тогдашней Франции. 29 апреля Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан. 4 мая ее армия одерживает первую победу, взяв бастион Сен-Лу. Победы следовали одна за другой, и уже в ночь с 7 на 8 мая англичане были принуждены снять осаду с города.
Таким образом, задачу, которую прочие французские начальники почитали невыполнимой, Жанна д'Арк решила всего за 4 дня. 1950 год. Обложку нового номера известного французского журнала «Мод» украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо. Она привлекла внимание начинающего кинорежиссера Роже Вадима, который вскоре снял ее в своем первом фильме. В том же 52-м они поженились, а после ленты «И Бог создал женщину» в 56-м Бардо становится звездой французского экрана. 1967 год. В Москве у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата зажжен вечный огонь в память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Огонь зажигает Леонид Ильич Брежнев. 1984 год. Заявление Национального олимпийского комитета СССР. Советские спортсмены не будут принимать участие в 23-х Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Но это своеобразный вызов тем американцам, которые бойкотировали наши 22-е Олимпийские игры в 80-м году. Ну и последнее. 1945 год. В пригороде Берлина, Карлсхорсте, в 22:43 по центральноевропейскому времени подписан окончательный акт о военной капитуляции Германии. От имени германского верховного главнокомандования акт подписали начальник штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф. Советский Союз представлял заместитель верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Жуков, союзников главный маршал авиации Великобритании Тедер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спац и главнокомандующий французской армии генерал Делатор де Тассиньи. В СССР о капитуляции Германии объявляют в ночь с 8 на 9 мая. И так получается, что мы празднуем День Победы именно 9 мая. То бишь завтра отметим этот замечательный праздник все вместе вновь. С наступающим! С вами Николай Пименко в проекте «Дата».